Саундтрек из фильма «Начало» Ханса Циммера. Как вам такое исполнение? В умелых руках современной мелодии издает инструмент китайский шен. Первоначально вот этот инструмент, он появился в Китае 2000 лет до нашей эры. Но только уже в нашем тысячелетии, в 16 веке, по шелковому пути попал в Европу и стал прародителем всех гармоник ныне существующих. Их дипломированный баянист и теперь уже мультиинструменталист Петр Ткаченко и привез в Барнаул. Программа «Гармоники мира» – это произведение на нескольких солирующих инструментах. В большом чемодане Петра самое ценное – кнопочный аккордеон, аргентинский банданеон, итальянская эолина, английская концертина, немецкая губная гармоника, варгастан, французская аккордина. С нее несколько лет назад проект и зародился. Я был на стажировке во Франции, в городе Ля-Бурбуль. Стажировался там у Домии Марин и увидел там эту аккордину. Ну и, в общем, собрал все свои средства, которые были на тот момент, и приобрел. Потом, естественно, банданеон. Потом понял, что у меня вообще возможности безграничны, я могу любой инструмент освоить. В своем увлечении Петр дошел до настоящей экзотики. Выглядит эффектно, звучит завораживающе. Африканская мбира. И даже если эта мелодия убаюкает, что ж, таков эффект специально для вас. Музыка – искусство адресное, которое не только приносит наслаждение, успокаивает, но и лечит. Мы же вызываем определенные эмоции, которые, в принципе, эмоции – это, наверное, основной ключ к лечению любых болезней. Уже в эту субботу гармоники мира, усиленные оркестром народных инструментов «Сибирь», представят музыку разных стилей и направлений. Не пропустите. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.